Профессиональный рейд, боссом спокойно. Проблема у всех. Старика, не женька, не Лены, никого. Кирс. Никто не хочет сбегать после РТ в Зуламан быстренько. Рано еще потом думать. Нет, тут была бы суббота, еще можно было бы ночью посидеть. Сначала надо лечать. Уже ночь уже, да. Конечно, у меня уже 10 часов ночи. Я вчера охуел. Думал, блядь, в обычку выходить и твинами. Захожу, там все 270 плюс сидят. Ну, там мейнов половина. Да-да-да, там с полсерого состава люди. Так они так и ходят. Чтобы быстрее пройти. Я думал, там типа твинами гоняют. Ну, смысл что? Ходить мейнами туда. А смысл? Чисто твинами? чтобы ну, блядь, твинов одевать там туда-сюда. Там, да, это анрейд на продаже какой-то. Да и похуй, что на продажу один хуй. Короче, ждем еще минут 5. И будем другое думать. Куда? Мне кажется, на мече там вообще... Не знаю, как по мне, там, кажется, дело вообще даже не в стиле, а в понимании, что делать. В телодвижениях, скажем так, а это надо просто... Должен быть стимул писать ЕП еще и стволы 280. По одному, по два человека пихать первого показывать надо. Ну и, блядь, где ты найдешь таких людей, которые в 2 часа ночи тебе пойдут? Выходные. Еще и до Лича, нахуй, пока дойдешь, это часа 4 утра уже будет. А если на Камчатке, как все 6. Главное ДПС. Надо понимать. Вопрос, завтра еще будут попытки? Она бы об этом спросил. Сегодня воскресенье никто не пришел, так что очень мало народу пришло, по-моему, недели. Хоть завтра, хоть завтра. И после, потому что остались люди, которые ты не пришли. Чуть словите, блядь. Делаем все правильно. Делаем все правильно и все. Кому ничего не чекать. 4-5, хорошие пухи, треньки. Все, в рейде 50% половины. До этого времени всегда все по треньки. Все понятно. Раньше не поделились. Ну, утонули Т5, все, хватит, все. Значит, надо делать так, чтобы лечение будет. Когда я был в пиках, мы вот этот 4 до 0 попытки вводили, там надо. Я не вводили сейчас. На
Мы также все ходили, также получили ДП. Для меча. Начали отдать 284 тысячи. Также, я думаю, я здесь не был с первым рейдом, когда они первый раз лича убивали, но думаю, они точно так же ходили, пытались, убивали, встречали лича. Потом убили. Ну, это, да, это неизвестно, он там два раза чуть не было, жестче. И опять же, без всяких Т5, и рейд был не 270. Там жили 260-265 плюс. Настя примчится через 20 минут. А я бы вот этого шамана бы поднял, да потравил спалить, чтобы знаешь, что сделать все равно. Сначала забивали под настой. Да мы тоже как бы это, его под буксой пытались добить, у нас пирси на 1% укладывали. Понимаешь, мы его добивали под настой. Ну я тебя понимаю, я понимаю. Второй у нас у нас один тогда сдох, но и тот, он был зажат в осквернении, он просто спрыгнул. Да. Я уже пробовал. Нет. Так, 2 минуты осталось, если никого нету, берем этого шамана. Попробуем. С этим шаманом получится, будем сейвы давать вам. Пугаты точно все равно лучше больше. Ну я говорю, Настя скоро пристрашивает. 15 минут. Она уже мчится. А что у Насти? Настя, ну, это же, по-моему. Настя, она как. А, у нее есть еще шаман. Давно шаман. Ее уже одели, и она. Вот она хилит для покруче других шаманов. Запроски нам уже. Вчера щит спит. Я начал с туалетом два шамана, да? Ну или даже так. Я ей скажу, как настройки перекину. Лена потом опять зайдет, скажет, а тут бы. Продайте саппорт. Саппорт пускай кидает обмен. Обмен кидайте мне. Я про... Фрэнси, заходи. Ружин, ты так...
кто готов на... Там, кстати, никому вторая ката не нужна. Жужин, долго должен будешь. Я прошу прощения, квадроцепед можешь продать? Уже нет. Плохо. У меня уже остался один, и тот, скоро который буду пить я. Ну, цифру убери последнюю. Так, я надеюсь, я починил. Абсорб. Все готово. Там Кирс зашел на мангу. Позиционку установите, запускаю луч. Привет. Ты где ходишь, а? Опоздал, сука. Не пул? Не пул? Уже прибыли. Лишь окей. Пускает за твоей жопой. У тебя ждали, ждали. Ты не пришел. Он подслушал под другим ником. Сколько 30? Разбав... Ты. Твои отчаянные крики послужат доказательством. Сначала отойди. Моей безграничной. И рыбку съел, щиты раскидал. Да, и Инар получил уже. Не, ну так-то быстро не надо. Милики, РДД тоже. РДД, Ганвест, чума. Спел. РДД. Спел. Вы серьезно? Танк? Бомба. Дайте ребаф по... Провокатор здесь. Чума есть там? Есть. Милики. Анка пробав. РДД, шаман чума. Изндаун чума. Сука, понаделают ников. РДД. Диспел. Чё за... РДД, сдвигаемся ближе, сейчас будет перефаза. Мозер чума. Фу, ловушка. Пожалуйста. Рестер.
А ты под нас-то не вставай, твой. Ком еще сфер? Сферы. Дай лайт. Похвалипал уинр и поадмирал уинр. Сферу добить. Стали за лича в одну сосиску. Забираю. Хил. Мало круг. Скорнение опять. Чемотворный. На малом круге все остаемся. Сейчас будет смежная. Веру, забыл. Скорнее. Так, блядь. Япончик. Не. Ромбик, я. РДД Трусан. Зачем вы остаетесь, когда ты пришли? Мы вышли. РДД по трусам все. Там, дайте фокс. Бомбик добейте. Все, я уже вылетел. Вторая лужа сейчас. Скорнение. Кладбан. Отошли оттуда. Чё там Денчик? Отложите. Денчик, ты хули там делал? Они только мрут, блин, в лужах и всё. Пиздец. Вы, наверное, чем-то другим, да, слушали? Человек, на котором оскорнение, остается за кругом. Остальные бегут в центр. Не надо перед оскорнением стоять, блядь, на самом краю обрыва уже. Просто, да, вы на малом круге, человек с осквернением выносит за круг, остальные смещаются ближе в центр. Ну и все, и никто не теряет ни ДПС, ни время, нахуй, и уже разливаются хорошо. И все чудесно, блядь. Никто никому не мешает. Денчик, у тебя, блядь, позиционка, ты стоишь в центре, осквернение круг, блядь, снова стоишь. Какого хуя ты вообще делаешь? То же самое и все остальные. Вы постоянно стоите в центре, только на осквернение отбегает. Рыбу бегает. У вас позиционка всегда должна быть за лечом. Блять, ну где, блять, лич спиной стоит, не, блять, перед. Перед лечом вообще никого не. У вас хилы там хилят. То же самое касается локов. Типа люди просто боятся это синее как-то разлить куча. Но они, получается, настолько боятся, что все выбегают в одну сторону, типа комком. Вот я сейчас выбежал и разлил лужу на краю. Типа рядом со мной было 3 или 4 человека, которые просто по ней пробежали и нифиговую такой по размерам. Какая разница, сколько рядом с тобой человек, если на них нету после каста скринения, должны бежать в центр. Им вас пофигу сколько. А нихуя, она же разрастается в количестве человек. Еще лайфхак вам есть, прыгать по осквернению, оно будет меньше разливать. А что, мы заставляем Кирса хилить? Или нет? Шаману нормально, топ-2 нахер. Адмирал готов.
Да, я релогался снова. А, блять, мана пошла улетать. У кого? Тебя. Я еще не считаю, я бафаю только. У тебя 15% маны на бафы ушло. Да. Последний драй без ГП. Неужели прибыли наконец? У нас танки тоже запрот пьют? Все пьют сапрот. Ну, Войт, выпей сапрот. Да, Мозер, да, символ стоит. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Или нет? Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молиться. А сколько у него берса? 17 минут. Сапрот хватит. Да еще с объем я договорился. Я тоже на ушко шепнул. Кое-что. Да будет так! Герои в атаку! Блять, проебался. Чуть-чуть не успели. РДД. РДД. Зенхаун, чума. А что Рудалакс чумой стоит? РДД. Танк, иди сюда тоже. Милики. Япончик, чума. РДД. На танке. Арнес, чума. Милики. РДД. Локи, чума. Чума, дисплей. Че, сейчас первый тик 570 тысяч, серьезно? РДД. Чума шотает. Че, мэн на ловушке полетел? РДД. Че, Лёг, давай БР? Лёха. Понял. Нету, было, нету. Падай. Чума разогнанная, откуда взялась? По мне 570к ударил. Сейчас здесь падет ним? А как появилась, ударила Неона. Она ударяет только через 4-5 секунд после появления. Да, на Враске там уже была какая-то старая чума. А на Локе новая. Падет ним? Локи убила новая чума, но в Раске, скорее всего, с контернет скинул. У меня 570к стоит, урон. Там она настакивается, и урон у нее увеличивается. Там-то 4 или 3 стака было. Блять, увижу, что ты еще ретриком сам себе не спойдешь.
Даже ДБ мне сказал, что мне чума. Ты дебафы свои отслеживай. Ну, это старая чума с Эрнеста, видимо. ДБМ тебе не сказал. ДБМ не говорит, которая перебрасывается. Она говорит только та, которая вот поверит. Был один ретрик. Я тебя чу... Знаешь, где сейчас? Видите? Диспелл за этот. Есть диспелл за этот? Да, сейчас посмотрю. Диспелл. Энчик рулит 9, Харсис. Где второй шаман диспелл? Где этот? Где адмирал диспелл? Я чисто такие щиты по кругу ебашу. Когда тебе диспелл иду, все силы. Окей. На тебе фазит, а не хуйся. Поднимите. Или... А, точно. Неужели так сложно полно? Рыбу ешьте. Пустая была. Повару все бафы дайте. Кулак, каску, пристабаф. Смерть, Артас, более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь сопроты перебить. Сопроты. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной. Берите. Милики. Танки. РДД спустились. Милики, пока тут чума. РДД тоже прибежали. РДД. РДД, Данечек, роли чума.
РДД. РДД. Провокатор чума. РДД. РДД. Эрнест чума. А нас здесь были или что? РДД. Адмирал, ну ёб твою мать. Сука, засмотри. Великий спелл, Владис. Гневный вышел. Сферы только побыстрее заливайте. Вот и весь. Со сферы выходите из рейда. О, нажимаем. Активнее просите. Карсиз, отойди из рейда. Лагон БРНИШ, если заражен. На танке. Спел, доберу до чего. Сферу добить. Не беги, не спай. Ему по рейду. Возвратим на хп. Стали за босс. Мана залетит. Пиздец. Рей. Чему, чему дисп... Ладона прохилите? Где твоя глыба? Корнение опять. Ладон, где глыба? Япончик. Не затыкал. Вот это что было бы? Варшама, что это было? Прохильте враз. Тебе сказали, блядь, в центр бежать. Блядь, на... А как вы вылечили баг с потери, то, что покинуть тело не нажимать? Скорнение. Смежная. Япончик. Ну, я водохну под ним, пока тут не чисто. Почему от шамана Вьера нету после первого? Валик проебали, короче. Ложимся. Как вы пофиксили покинуть тело? Дыгнешь. Релот. С этого пола мечтаю. Хватит. Что за шаманы тупые, блять? Какого хуя ты бежишь, блять, по осквернению за человеком? Если тебе сказали на центр бежать, под лича, блять. Только с осквернения не надо под лича. Беладон, блять, ты глыбу нажать можешь вообще? А мне за секунду по 9 канут ты. Слышь, за секунду, блять, я, блять, заражаю, хуярил. Минуту, блядь. Ты даже глыбу, блядь, не с***. Косяк, сэ***. Думал про хит. Диспела, блядь, опять. Какая же хуйня. Нормально подиспелить не могу.
А вам не кажется, что урона по валькам мало идет? Да, Фрэнси что-то вообще не бьет. Коровы, стан давайте. Он все равно в ГКД не идет. Идет. Ну, в ГКД нет, а Демишинг идет. У нас коров, блин, пол рейда. Компаловский стан бесполезный будет. Провокатор, просто пока ты на каждого раскидаешь, уже две из них будут улетать. Так вальки схватили, сразу крикнул, и они замедлили. Да, я забыл его прокачать. А, ой, ешна, тягняет. Может кто сапрот продать? Тайфун замедляет валик. Неужели прибыли наконец? Головокружение вызывает. Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через это мучение и будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Будет так. Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель Сиера пропустил рождение моего мира. РДД. На танке Жнуэн чума, аккуратней. Ловушка там, Жнуэн. Опять на танке. Да не на тебе, воин. Я знаю, что не на мне. Как велики выносить буду? Как ты, брат? РДД, Белодзон чума. РДД. Шамана подымать? Настя пришла. Локи, чума, Эрнест. Милики. Миликов не достаю. Так подойди ближе. РДД. Я отдал по шаману. Два человека. Шаман отдал, он не встает.
РДД. Только Беладона давай. Я ничего не... Провокатор чума. РНС ловушка. Перефаза. Ну шаман, ну чё ты стоишь? Короче, у него то ли интернет там, то ли чё, потому что он лагает, пиздец. Он еще вначале писал, типа, блядь, поменяйте, я лагаю. Помогите сферки. Фаза 3. Сферу добейте. Краем по дневному стали за спину. Забра. Вот криво стоите, видно, блять. Вот что за сова там? Корнение 5. Отошли от валик. Япончик. Сейчас будет смежная. По малому кругу. Баф. Искоренение. Ауди. Ну не подвалик. Можно лап. Касочку, по-моему. Дружок сидит. Плеча на центр веди. Сохранение. Локи. Стали за леча. Хил в рамбе. Вернение. Хильте танка. Пожалуйста. Враз. Валик-то бить надо. Улетел. Валик сейчас. Лича на центр. Место Денчик. Конвеста БР по Денчику. Стали. Вальки схватили, разбежались. Кладбон. Конвеста БР по Денчику. Меня Валька тащит. Корнение 5, смежное будет. На малый круг. Стрихила без мана. Таким на ману дайте. Дарки. Залеча быстрей. Ману.
Одна валька. Ром, залейте, локов прохильте. Еще волна будет. Кого Зай. Еще есть БР? Осквернение. Потом вернуться. Ауди. Ушли за босс. За спину встали. За спину в одну линию. Кого бэрит? Это же очевидно, танк. Аркавка бэрит. Так, по юге ману. Разошлись осквернения сейчас. Локи. Все, сильнее валик или ча переводите. Стан давай. Переднюю сильнее, надо разбить. По печеньке стан. Бафы под аркавку дайте. Ну есть. Сельча на центр давай. Сейчас еще будет. Вальки сейчас. Смежная будет. Смежная. Малый круг набрали. Вальки возьмут, осквернение вынести, играйте по личу. На танке. Все переводите. Поближе к личу, чтобы не улетели вы. Ну блядь. Выходим к краю. 1% сильнее бей. Кружок хил там. А, лок. Не, там. Давай, Ромик. Все, на край подожди. Мастера он на лед дайте. Все, просто. Иннер по адмиралу. Меня, блядь, спали вниз. Дал прожимку на рейс. 4. Дал. Япончик, беги, хилься сам. Да-да-да, я бегу. Больше РДД по сферам, и сейчас будет больше появляться. У кого-то есть джинс, поставьте джинс. Лёха, сделай себя погромче. Под морды не стоит. Он стоит. Мана, ноль. И на рапа адмирал закиньте друиды. Грягрите духа. Тотем на ману. Я наберу игру. Захильте. Ребята, делайте все внимательно, и вы убьете сейчас. Третья фаза легкая. Вожу лича, портал. Переход к 4 секунды. Вожу портал глыба. Метку звезда вводит комнату, да? Блять, я еще и комнату вожу. С комнаты быстрее решайте. Вот и доты. Это че? Сбегаем за мет. Все следим внимательно. Все в центр сбежали. Жаль за Побежали, не стоим. Духов подлетающих. Снова отдали звездопад. Сейчас будет, когда выход. Смотрите внимательно за осквернение. Оно будет сразу же кидаться. Выход 3 секунды. Сразу разбежать. Осквернение будет. Дедлайт. Бьем по лечу. Прожался. Маны по денчику. Осквернение 5 секунд. Осквернение 5 секунд. Танк переводи на другую сторону. Сначала осквернение выносим, потом еще только уже бежим. На мне отошли от танка. На танке. Не забрал-то. Сейчас комната будет. Сначала комната, потом духи. Когда отошли к дархавку. Сразу духи полетят после комнаты. Когда с комнаты. А даю чешку. Когда с комнаты выйдете к звезде, бегите, там духов нет. К 3D метке к звезде.
именно мана будет через 35 секунд. С маной все хорошо пока. В уголок стоим. Стойте. Стоим! Побежали. Выход 3 секунды. Сразу же разбежались. Беги, малышка, беги. На танке. Убежали под лича. Духи сейчас полетят. Совы, тайфун, давайте. Берса, минута, 40 секунд. Это неправильный таймер, я скажу, когда берса. После четвертой комнаты берса. Хватает ДПС, просто не падайте. Осквернение. Осквернение, разбежались. А, нет, я... Адмирал. Уходите. Уходите сразу к личу, куда вот танк увел. Сразу туда перейдите. То духов хлопать я буду, а не вы. Совы, тайф... этот звездопад оставляйте на комнату. Миликов побольше. Вот и. По стеночке. Стоим. Побежали. Чуть-чуть. Побежали. Прохиливаем. Стоим, ждем. Ну, давай побежать. Трахил, блядь, зубы по мне. Сейчас он вырастет, бабл. Зубы под архавку. Женя на этот, по первому. Дал ему, а нет, не успели. Быстрее, кайтим, бабл даун. Духов хлопайте кто-то, хил не умри. По бэрам. Хил. Лёха дал зубы. Кончи. Гимноману играю. Съесть БР и еще отдайте подымаем. 30 секунд уже после комнаты. Корнение на танке. Кого БРить будешь? Да магеров пускай БРит. Бегаем. Бафы по мне дайте. Осквернение сейчас будет. Даже нет. В комнате не помрите только. В комнате будет потно. Хиливаем. Даю чешку. Пончик в тучке поможет духов хлопать. Там... Да, хорошо. Нет, не помогу, 40 секунд когда. Зеленка есть. Ну как откатится. Стоим пока. Инвести кого поднимать? Любого дамагера, Лока подниму. Злайд. Выход. Разбегайтесь. Адмирал. К личу идите, тут духи. Уходите быстрее, кличу. Да, лечу. Что вы тайфун давайте? Три. Духов хлопайте. Танк. Хильте сильнее танка. Он умрет. Ну, какой... Берса далась уже. Хил. Если что, есть тучка. Дайте тебе. Там духи летят, дайте тайфун. Пришел конец. Ну это. 5 лямов. Ледяная скорбь. Миллион ударил. Нет.
чем мы как-то неожиданно кучей сдохли? Ну, заперлись это в комнате, заперлись в комнате. Изначально мы хилили 4 хила, во-первых. Во-вторых, блядь, подохло людей. Бубу хороший, да, одного. Ну, у нас один в комнате умер, поэтому он вырос, сразу танк положил. Ой, и... Сука. Если бы еще хил вначале не вылетел, было бы... Блядь, что за херня, блядь? Постоянно руинят холи палы. Бери нахуй третьего шамана, сука. Кикай его нахуй. А, он что не в сети? Берите. Настя пришла, ее сажайте. Так нет, в комнате вроде не Денчик умер. Денчик был в комнате. А, импульс духа, да. Или это нет? Не на моем шамине идти, или может на Ленином, он помощнее? Я вам похую, они в 4 хилили. Окей, Симон, можно, пожалуйста? Да, третью фазу там нехуй хилить. Там заражения нету. Это без абсорба, абсорб тут не, не учитывается. Молодец, молодец. Инры заебались заливать. Все инры мои, блядь. Все лицо адмирала в инерах, я слышал. Настя, понимаешь, до пула лича еще 15 секунд, а я ему уже инру лью, потому что у него, блядь, 70%. Потому что он щиты раскидывает по всей группе. Не заливай ему до начала пула. Он щиты лопается, он фулл ману восстановит. Он щиты разбафал и возле рыбы пускает. С первого не работает. А вот после второго начинает работать. Ресните еще да, раз. А че я не понял? Пока тут сдох. Дебаф после комнаты. Умри, умри пока. Он пока тут еще один. Че ты хи? Пока тут спрыгни, да и все. Хуй знает, что лучше в комнате было, пробежать или подождать. Вроде пробежали. А да, сзади было, блядь. Поставьте живс, если есть у кого. А чё вы жрать сели? Можно меня поднять один раз? Сначала пожрём, потом поднимем. Опять главное не разобрать. Предлагаю сесть пожарять прямо на Никитосе. Вы это, слышите, ребята? Вышли из комнаты, выпили припод. Вышли из комнаты, выпили припод, блядь. Да. В смысле, можно было убить на самом деле, если бы вы все жрали припоты. Ну, блин, меликов много и РДД вообще положило, когда танк слуп. Так бы убили. Там даже если откатилось бы. Ну давай комнату да. Положу тогда. Уже, сука, и фанзера нету, но... Блять, и все вроде неплохо, блять, сука, Денчик, нахуй. Че, давайте собрались и убиваем. Че там бабл бы нажал, он сдох. В комнату, кстати, заходим на этой холинове. Сначала не была вынесена панелька, получается, облик тьмы теряется же, чтобы открывать холинову. А у меня, блять, там не была вынесена цвет. И потом еще 40% маны и полностью сажаешься, как хочешь. Так что я тоже, по-моему, уже скоро просить и нарайте. А, блядь. Мозг. Я и бета, блядь. Я и чешку раза 4 выдал, блядь, в этой комнате. Дай я тебя дай. Понимаю, Саша. Я, блядь, реги купить не могу. Думаю, что я так не могу шипов купить.